Здравствуйте! Мы снова на канале «Знание Сила». На канале, на котором мы пытаемся сделать вашу жизнь легче и проще, благодаря знаниям. Наверняка каждый из вас задумывался о заработке в интернете. Однако, благодаря тому, что в интернете полно лохотрона, а также неблагонадежных организаций, многие люди боятся зарабатывать в интернете. Да, в интернете много пирамид и различных недобросовестных организаций, которые стремятся вытащить деньги из людей, не предоставляя ничего взамен. Однако означает ли это, что найти нормальную работу в интернете невозможно? Конечно же, это большая-большая ошибка. Найти работу в интернете можно, и существует очень большое количество добропорядочных ресурсов. Но как отличить их от мошенников? Существует несколько критериев. Во-первых, самый главный критерий – это то, что добропорядочная организация никогда не будет вам обещать горы денег просто так. Она предложит вам работу, если вы будете выполнять эту работу, она будет вам оплачивать ее. Итак, я поделюсь несколькими методиками сегодня с вами. Готовы? Ну что ж, тогда начнем. Ну что, ребят, тогда, пожалуй, мы начнем. Начнем, наверное, мы с фрилансинга. Фрилансинг – это слово, которое довольно широко распространено на Западе. У нас оно приживается в последние 10 лет. Дословно переводится как «свободная работа», когда человек выполняет какую-то работу на дому через интернет, при этом очень часто он не покидает основное свое место работы. К примеру, я могу работать строителем, приходить домой, писать какие-нибудь тексты и сдавать их. Ты выполняешь работу, за работу тебе платят. Существует очень много различных сайтов фрилансингов. Наиболее популярные из них, конечно же, это английские. На английский мы потом будем разбирать, наверное. Я просто вам сейчас покажу, в чем вообще заключается смысл фрилансинга. Фрилансинг, один из наиболее советуемых мной сайтов, наверное, это Advego для начинающих. Advego, copylancer.ru, Monika. С Моникой у меня отношения сразу не заладились, я потом объясню почему в следующем, наверное, видео. Почему именно Advego? Advego, потому что здесь очень много разнообразной работы. Видите, здесь у меня есть рейтинг, у меня есть здесь работа, я ее выполняю, получаю деньги. Здесь на таких сайтах можно зарабатывать от $50 до $300 в месяц. Серьезно, конкретно, я не обманываю. Вы можете видеть, что я здесь работаю уже довольно долго. Здесь я работаю, на этих сайтах я работаю уже более года. Видите, здесь 241 рубль у меня на копилансере. Ну, здесь у меня $46. Мы проверим профиль для того, чтобы на самом деле, чтобы подтвердить то, что я не с дуба говорю, что я на самом деле этими делами занимаюсь. Посмотрите. В общем, я специалист. Надвигаю, что-то меня лишило эксперта за какие-то правила. Делаю здесь иногда даже заказы. Видите, местное время, туда-сюда, обязательность в рейтинге, выполнение заказов за последние 90 дней. В общем, я здесь работаю более года, зарабатываю нормальные деньги. Здесь можно зарабатывать от $50 до $300. Как здесь зарабатывается все? Ну, заходите в поиск работы. Естественно, для начала вам нужно зарегистрироваться. После того, как вы заходите в поиск работы, вы начинаете выбирать, можете выбирать различные заказы. Видите, здесь, допустим, SEO-статья автозапчасти на разделы сайта. Оплачивается $7. За 1000 знаков $2.42. В общем, 3000 знаков нужно написать. Еще один заказ. Группа текстов на тему учебы. Рейтинг не оплачивается, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы подаете заявку, он ее одобряет, и вы работаете. Следующее. Написать статью. $4.33, $10.83. За 1000 знаков $2.16. В общем, ориентируйтесь на оплату за 1000 знаков. И время на выполнение 120 часов. В общем, здесь можно найти довольно хорошие заказы. Сайт чем славится? Тем, что он может предоставлять вам хорошие заказы вне зависимости от профиля. Чем больше у вас профиль, чем больше у вас рейтинг, тем лучше заказы вам отображаются. И тем больше денег вы можете зарабатывать. Чем рейтинг у вас ниже, тем у вас заказов меньше. И Advego, и Copylancer предлагают отличные, ну,
относительно отличные условия для тех людей, которые являются новичками в копирайтинге. Есть еще сайт Моника. Здесь вы пишете, они дают вам тему, вы пишете эту тему, но здесь высокие заработки, 2000 рублей, допустим, за статью. Но здесь вы должны очень скрупулезно подходить к работе. Вы должны фотки сюда вставлять, видео вставлять, различные ссылки. Лично мне кажется, что оно того не стоит, и на, допустим, Adwego и Copyland, на Adwego, по крайней мере, можно заработать намного больше денег. Еще один хороший сайт, это сайт etexty.ru. Здесь тоже очень много всяких хороших вещей, но здесь вы сейчас, наверное, мы сюда зайти не сможем, не знаю, что с сайтом. А также хороший сайт text.ru. Я здесь тоже зарегистрирован, не буду входить, для того, чтобы не показывать. Здесь тоже довольно хорошие заказы. Но тоже очень многое зависит от рейтинга. Кроме того, вы можете здесь писать статьи, выкладывать их в магазин и продавать их. То есть писать не на ту тематику, которую хочет заказчик, а просто на ту тематику, которую вы хотите сами. Есть еще сайты для фрилансика, допустим, такие гиганты, как Quark, допустим, биржа фрилансера. Однако здесь человеку, у которого нет рейтинга, можно сказать, делать нечего, потому что если вы выставляете заказ, и заказчик уже смотрит на ваш рейтинг. Здесь очень тяжело достаются рейтинги. Но здесь можно выполнять заказы абсолютно почти что по всему. Можете писать программы, можете записывать аудио, видео, можете писать тексты и так далее и тому подобное. Тоже хороший сайт, но если у вас нет рейтинга, извините, вы меня понимаете. В общем, мы уяснили для себя, что на фрилансинге, на копирайтинге мы можем зарабатывать от 50 до 300 долларов в месяц. Второй вид заработка – это консультирование. Существуют различные сайты консультирования, где вы можете получать деньги только за то, что вы консультируете. Один из таких сайтов – это Life Expert. С консультированием у меня не очень-то хорошо получилось. Почему? Потому что я врач, консультировал по медицине, а по всем параметрам, кроме эзотерики и красота, здоровья, вот по таким тематикам, по которым, допустим, специализированное образование не нужно, кроме вот этих компонентов, кроме эзотерика, допустим, и кроме медицины, нужно подтверждать свое образование. Сколько я свой диплом не поотправлял, образование мне подтвердить не удалось, не знаю, авторы говорят, что на почту не приходит диплом. Возможно, это из-за того, что я из Таджикистана, поэтому, возможно, что-то с почтой. Ну, я не думаю. В принципе, здесь можно заработать и на эзотерике. Знаете, что такое эзотерика? Допустим, гадание снов и так далее и тому подобное. Ну, вот, допустим, посмотрите, какие здесь есть задания. Допустим, да? Эзотерика, эксперты, вопросы. Давайте вопросы посмотрим. В общем... Здравствуйте, дорогие эксперты. Посмотрите, пожалуйста, каким будет мой суженый. Внешность, возраст, род деятельности. Знакома ли я с ним? С возрастом стало подозрительно и недоверчиво. Боюсь. 1500 рублей, если ответ понравится нашему заказчику. Нормально же, 1500 рублей. Очень даже. Второй вопрос. Дорогие эксперты, говорят, что в день рождения самые точные прогнозы. Прошу вас, пожалуйста, подскажите, чего ждать от судьбы в ближайший год? 25 ответов, 1500 рублей. В общем, здесь тоже можно зарабатывать, есть другие сайты, но так как я в LikeExpert короткое время работал, я вам, в принципе, могу посоветовать, попробуйте, по крайней мере, посмотрите, сколько зарабатывает, честно говоря, я не знаю, могу ориентироваться только на вот эти объявления, 600-500 рублей. Это уже вы сами решайте. Третий вид заработка – это всеми знаменитый YouTube. Почему-то все думают, что это основной вид заработка, но я вам могу сказать, что на YouTube довольно трудно зарабатывать. Здесь очень много условий, и мы как-нибудь с вами посидим, разберем, какие условия, как здесь зарабатывать, что, как здесь делать, и так далее, и тому подобное. Вкратце могу сказать, что для того, чтобы здесь хоть что-то зарабатывать, нужно иметь более 1000 подписчиков, более 1000 просмотров на одном из видео, а также более 4000 часов просмотров одного из вашего видео. И не факт, что вам удастся еще заработать. Ну, ребята, это третий вид заработка. Есть еще один вид заработка, к примеру, это фотографии в Инстаграм.
Я слышал очень много хороших вещей про такой вид заработка, но не знаю. Там тоже довольно трудно, тоже та же самая история, что и с YouTube, в принципе. Вот, в принципе, и все. Эти четыре вида заработка я более-менее изучил в интернете. Если у вас есть еще какие-то виды заработка, о которых вы хотите поделиться, пишите комментарии, ставьте классы, подписывайтесь на мой канал. В следующий раз я постараюсь уже описать подробно фрилансинг и будем разбирать по отдельности каждые сайты, на которых можно заработать. Я открою вам небольшие секреты, которые я узнал за год работы. Надеюсь встретиться с вами снова. Пишите, ставьте классы и обязательно пишите, каким же способом вы зарабатываете в интернете. До скорой встречи, ребят. Ну что, ребят, тогда, пожалуй, мы начнем. Начнем, наверное, мы с фрилансинга. Фрилансинг – это слово, которое довольно широко распространено на Западе. У нас оно приживается в последние 10 лет. Дословно переводится как «свободная работа», когда человек выполняет какую-то работу на дому через интернет, при этом очень часто он не покидает основное свое место работы. К примеру, я могу работать строителем, приходить домой, писать какие-нибудь тексты и сдавать их. Ты выполняешь работу, за работу тебе платят. Существует очень много различных сайтов фрилансингов. Наиболее популярные из них, конечно же, это английские. На английский мы потом будем разбирать, наверное. Я просто вам сейчас покажу, в чем вообще заключается смысл фрилансинга. Фрилансинг, один из наиболее советуемых мной сайтов, наверное, это Advego для начинающих. Advego, copylancer.ru, Monika. С Моникой у меня отношения сразу не заладились, я потом объясню почему в следующем, наверное, видео. Почему именно Advego? Advego, потому что здесь очень много разнообразной работы. Видите, здесь у меня есть рейтинг, у меня есть здесь работа, я ее выполняю, получаю деньги. Здесь на таких сайтах можно зарабатывать от $50 до $300 в месяц. Серьезно, конкретно, я не обманываю. Вы можете видеть, что я здесь работаю уже довольно долго. Здесь я работаю, на этих сайтах я работаю уже более года. Видите, здесь 241 рубль у меня на Copylancer'е. Ну, здесь у меня $46. Мы проверим профиль для того, чтобы на самом деле, чтобы подтвердить то, что я не с дуба говорю, что я на самом деле этими делами занимаюсь. Посмотрите. В общем, я специалист. На Advego что-то меня лишило эксперта за какие-то правила. Делаю здесь иногда даже заказы. Видите, местное время, туда-сюда, обязательность в рейтинге, выполнение заказов за последние 90 дней. В общем, я здесь работаю более года, зарабатываю нормальные деньги. Здесь можно зарабатывать от $50 до $300. Как здесь зарабатывается все? Ну, заходите в поиск работы. Естественно, для начала вам нужно зарегистрироваться. После того, как вы заходите в поиск работы, вы начинаете выбирать, можете выбирать различные заказы. Видите, здесь, допустим, SEO статья автозапчасти на разделы сайта. Оплачивается $7. За 1000 знаков $2.42. В общем, 3000 знаков нужно написать. Еще один заказ. Группа текстов на тему учебы. Рейтинг не оплачивается, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы подаете заявку, он ее одобряет, и вы работаете. Следующее. Написать статью. $4.33, $10.83. За 1000 знаков $2.16. В общем, ориентируйтесь на оплату за 1000 знаков. И время на выполнение 120 часов. В общем, здесь можно найти довольно хорошие заказы. Сайт чем славится? Тем, что он может предоставлять вам хорошие заказы вне зависимости от профиля. Чем больше у вас профиль, чем больше у вас рейтинг, тем лучше заказы вам отображаются. И тем больше денег вы можете зарабатывать. Чем рейтинг у вас ниже, тем у вас заказов меньше. И Advego, и Copylancer предлагают отличные, ну, относительно отличные условия для тех людей, которые являются новичками в копилансинге. Есть еще сайт Monika. Здесь вы пишете, они дают вам тему, вы пишете эту тему, но здесь высокие заработки,
2000 рублей, допустим, за статью. Но здесь вы должны очень скрупулезно подходить к работе. Вы должны фотки сюда вставлять, видео вставлять, различные ссылки. Лично мне кажется, что оно того не стоит. И на, допустим, Adweek и Copylan, на Adweek, по крайней мере, можно заработать намного больше денег. Еще один хороший сайт, это сайт etexty.ru. Здесь тоже очень много всяких хороших вещей, но здесь вы сейчас, наверное, мы сюда зайти не сможем, не знаю, что с сайтом. А также хороший сайт text.ru. Я здесь тоже зарегистрирован, не буду входить, для того, чтобы не показывать. Здесь тоже довольно хорошие заказы. Но тоже очень многое зависит от рейтинга. Кроме того, вы можете здесь писать статьи, выкладывать их в магазин и продавать их. То есть писать не на ту тематику, которую хочет заказчик, а просто на ту тематику, которую вы хотите сами. Есть еще сайты для фрилансика, допустим, такие гиганты, как Quark, допустим, биржа фрилансера. Однако здесь человеку, у которого нет рейтинга, можно сказать, делать нечего, потому что если вы выставляете заказ, и заказчик уже смотрит на ваш рейтинг. Здесь очень тяжело достаются рейтинги. Но здесь можно выполнять заказы абсолютно почти что по всему. Можете писать программы, можете записывать аудио, видео, можете писать тексты и так далее и тому подобное. Тоже хороший сайт, но если у вас нет рейтинга, извините, вы меня понимаете. В общем, мы уяснили для себя, что на фрилансинге, на копирайтинге мы можем зарабатывать от 50 до 300 долларов в месяц. Второй вид заработка – это консультирование. Существуют различные сайты консультирования, где вы можете получать деньги только за то, что вы консультируете. Один из таких сайтов – это Life Expert. С консультированием у меня не очень-то хорошо получилось. Почему? Потому что я врач, консультировал по медицине, а по всем параметрам, кроме эзотерики и красота, здоровья, вот по таким тематикам, по которым, допустим, специализированное образование не нужно, кроме вот этих компонентов, кроме эзотерика, допустим, и кроме медицины, нужно подтверждать свое образование. Сколько я свой диплом не поотправлял, образование мне подтвердить не удалось, не знаю, авторы говорят, что на почту не приходит диплом. Возможно, это из-за того, что я из Таджикистана, поэтому, возможно, что-то с почтой. Ну, я не думаю. В принципе, здесь можно заработать и на эзотерике. Знаете, что такое эзотерика? Допустим, гадание снов и так далее и тому подобное. Ну, вот, допустим, посмотрите, какие здесь есть задания. Допустим, да? Эзотерика, эксперты, вопросы. Давайте вопросы посмотрим. В общем... Здравствуйте, дорогие эксперты. Посмотрите, пожалуйста, каким будет мой суженый. Внешность, возраст, род деятельности. Знакома ли я с ним? С возрастом стало подозрительно и недоверчиво. Боюсь. 1500 рублей. Если ответ понравится нашему заказчику. Нормально же, 1500 рублей. Очень даже. Второй вопрос. Дорогие эксперты, говорят, что в день рождения самые точные прогнозы. Прошу вас, пожалуйста, подскажите, чего ждать от судьбы в ближайший год? 25 ответов, 1500 рублей. В общем, здесь тоже можно зарабатывать, есть другие сайты, но так как я в Life Expert короткое время работал, я вам, в принципе, могу посоветовать, попробуйте, по крайней мере, посмотрите, сколько зарабатывает, честно говоря, я не знаю, могу ориентироваться только на вот эти объявления, 600-500 рублей. Это уже вы сами решайте. Третий вид заработка – это всеми знаменитый YouTube. Почему-то все думают, что это основной вид заработка, но я вам могу сказать, что на YouTube довольно трудно зарабатывать. Здесь очень много условий, и мы как-нибудь с вами посидим, разберем, какие условия, как здесь зарабатывать, что, как здесь делать и так далее и тому подобное. Вкратце могу сказать, что для того, чтобы здесь хоть что-то зарабатывать, нужно иметь более 1000 подписчиков, более 1000 просмотров на одном из видео, а также более 4000 часов просмотров одного из вашего видео. И не факт, что вам удастся еще заработать. Ну, ребята, это третий вид заработка. Есть еще один вид заработка, к примеру, это фотографии в Инстаграм. Я слышал очень много хороших вещей про такой вид заработка, но не знаю. Там тоже довольно трудно, тоже та же самая история, что и с YouTube, в принципе. Вот, в принципе, и все.
Эти четыре вида заработка я более-менее изучил в интернете. Если у вас есть еще какие-то виды заработка, о которых вы хотите поделиться, пишите комментарии, ставьте классы, подписывайтесь на мой канал. В следующий раз я постараюсь уже описать подробно фрилансинг и будем разбирать по отдельности каждый сайт, на которых можно заработать. Я открою вам небольшие секреты, которые я узнал за год работы. Надеюсь встретиться с вами снова. Пишите, ставьте классы и обязательно пишите, каким же способом вы зарабатываете в интернете. До скорой встречи, ребята!